Леди и джентльмены, Ковен Гарден представляет неудержимых близнецов. Что это за взрыв? Какой взрыв? Иви. Друзья, всем привет. И добро пожаловать на канал Pro Games. И мы с вами продолжаем. Так, ну что, давайте спускаться в подземную лабораторию. И наведем там марафет, а там гроза, блин. Гром гремит, земля трясется. Жмякаем рычажок. И спускаемся вниз. Надеюсь, Иви, ты не боишься там туч мышей? Я на месте. Всяких гоблинов. Так, улучшение навыков. Ну, надо прокачиваться, да? Ну, ладно, потом. Ну, куда потом-то сейчас надо? Так, навыки — это у нас боевка, скрытность и система, контр-выстрел, орлиное зрение и быстрое. Давайте боевку прокачаем. Комбо-удар с инструментом, оглушающий удар и мультидобивание. О, давайте ее. А, это у нас уже есть, тут вот она. Двойное убийство. Купаем, покупаем. Приобретено. Так, у нас еще есть появилось. Горбеж. Улучшение здоровья. Ну, почему бы и нет? Тоже надо обязательно здоровье прокачать нашим. Так, тайфун. Тайфун что нам делает? Тайфун. Так себе. Каратель. Взлом. Кстати, взлом надо. Обязательно. А, не хватает. А у нас все по нулям. Ну ладно, спускаемся вниз. Посмотрим, что же Франкенштейн там обитает. Так, двойное убийство. Разбега бежим. Жмяк, говорю, ты что не сделал двойное убийство? Ну ладно, парни, вы нарвались. Буду вас так медленно бить. И больно. Так, задний не понравился. Особенно в девушке. Она этого не любит. Отдыхая, там кто стоит. Просто любуешься, да? Правильно, не вмешивайся лучше. Тихо, попей что-нибудь. Отдыхай. А тут лаборатория-то. Ну, тут явно мышки обитают. Но пока не видать. Так, тут мы не пройдем и не пролезем. Давайте сюда заглянем на огонек. Кто у нас тут есть? Да, все пучку. Тихо, подкрадываемся. И вот так. Я не на ту кнопку нажал. Двойное убийство, блин. Я на нажал, еще не привыкну, блин. К Xbox геймпаду, блин. Так, ну Иви. Че же тут? Канализация. Ну, залазь. Так, по трубе. Надеюсь, ты не скупаешься. Не хотел бы тебя намочить. Улетели, моя радость. Пролетела. Так, тут все спокойненько, никаких сундучков нету, мышат не видать. Вон, а прыг-скок. Уйти какая. Умница, Иви. Давай-ка вниз, говорю. Пс, она нырнула тут. А где, думал, она допрыгнет? Как водичка. Походу, сейчас от нее воняет. Ну, тебе и так придется скупаться. Нет, когда прыгаешь-то, а? Как? Прям как зайка. Так, давай наверх. Умница. И сюда. Так, бочки ломать нельзя. Так, найти сыра Дэвида. Окей, найдем. Всех убьем. Офигеть, там система ниппель. Электричество и вода. Яблоко Эдема. А вот и Дэвид. Возможно, нестабильность. Вы слышали, мисс Торн? Нам срочно нужны результаты. Опасные эксперименты вы тут проводите. Профессор Дэвид. Так, надень капюшончик. И гусиным шагом пробираемся. Так, можно здесь, а можно там. Почему бы не здесь?
Тихо. Так, там парочка, тут у нас один здоровячок ходит, бородит. А ты... А, может допрыгнуть. И все может. Так, куда братву ушли? Один направо, другой налево. Ах, блин, ну получилось двойного убийства сделать, они далеко стояли. Так, один у нас был. А, вот он. Опа, промазал, да? Ну, контратака. И по черепушке. Какой крепкий черепок. Может, его скинешь вниз? Охереть, она там его мучает-то как. Вот это офигенно. Иви, ты что творишь-то? Найс. Вот это мультидобивание, а? И так, и всякие право, и левые, там еще свертушки, и там еще кувырок. Красотка. Ты что не... Так, тут у нас мирный типок. Так, ящиков не дать. Так, а где там профессор у нас? Он, блин, подошел бы сюда ближе. Там опасно залазить, там электричество, блин. Давай, развернись туда. Кстати, там здоровяк еще ходит, бродит. Вон, пускай живет. Давай, разворачивайся, уходи. А, он сюда пошел. Так. Этим ручком то кинем. Еще электричество. Сейчас будет тебе 220 в попу. Ходит, брудит тут, блин. Из-под лестницы вышел, блин. Смотрим, какой-то парень движется. Так, а там можно пролезть? Да, можно. Так, сейчас подойдемся сразу. Чпокнем. Так, ты развернись-ка туда. Давай. Да-да. Мечтать не вредно. Подрезал ему коленки. Вот и пришло ваше время, Дэвид Брюстер. Но еще столько нужно исследовать. Не бойтесь. Господь примет меня. Я продолжу ваше дело. Сомневаюсь. Вам не остановиться. Что тебя примет? Мисс Торн нашла новую частицу Эдема, еще более могущественную. Я заберу и ее. Мы всегда сражаемся за то, что не взять с собой. Мы люди. Типа был хороший человек, да? Что там происходит? Напряжение поддали? О, чужие вибрации поперло. Геймпанцер вылетает. Ох, недобро это. Теперь, походу, нам бежать. Да, все дернулись, и мы бежим. Да, бежим из питочку, он больше секрет. Так, Иви. Так, идите. Давай, молодца. Иди без остановки. Ой-ой-ой. Нет. Опять канализация. Вась. Вперед. Агась. Подкат, а. На этот раз повезло. Офигеть, тут завалило. Надо тоже торопиться. Так, тут мы не пройдем. Сюда можно. А, нет, показалось. Ищи дырочку. Дырочку. Так, а что, все равно завалило? А, нет, то все равно пошел. Сюда можно, да? Не? Эви, ищи лазейку. А, вот он, блин. Щелочка, блин. Пролазь-то у нас стройняшка. Везде пролезешь. Что-то ни паутинки, ни мышат, вообще никого-то нету, блин. Офигеть. Какие тут ракурсы.
На больного Лара Крофт отдыхает. Ну, двигайся, двигайся. Береги головку. Главное, не ушиби там. Она тебе еще пригодится. Так, тут еще напряжение, да, у нас? Так, а здесь сможешь пролезть? А, сюда. Так, там тоже не про... А, вот. Ну, передали. Тихо, ну я нажимаю ради, ну, тут другое. А, да, другое, блин, не так. Так, на геймпаде PS4, блин, ну, залазь. С разбегу, умница. Так, теперь сюда, карабкайся. Ты у нас колоска еще та, блин. Никаких помех. Так, вот мы и выбрались, да, это лифт, короче, был там. Ну, прыжок. Ну да, простой план. Так, убийц. А, ну, такие побочки всякие. Нам они особо не нужны. Мне главное прохождение. Геймплей, сюжет, а не задротство. Что это за взрыв? Какой взрыв? Иви? Иви? Частица Эдема взорвалась вместе с лабораторией. Это невероятная магическая железяка. Да, да, она самая. То, что ты не ценишь ее, еще не значит, что... Все прошло по плану, да? Ну, типа да. Че, догнал, что ли, нас? Небольшая? Лаборатории конец. Джейкоб. Частицы Эдема тоже конец. О, как он мог? Жуть. Я был в поезде, когда он сошел с рейсов. И я устранился. И Брюстер тоже. Короче, Джейкоб накосячил, Иви тоже. Несмотря на вас двоих. Но задание выполнили. А, Лондон? А что Лондон? Мы зря тратим время здесь. Вы не хуже меня знаете, что Лондон под властью тамплиеров уже сотню лет. Надо отправляться и освобождать его. Терпение. Терпение, терпение, да. Сэр Дэвид Мёрт. Они не смогут ее использовать. Совет даст. Еще даже есть, да? Походу, не она будет частицей дома. Это явно была не первая, не последняя. Терпение, Иви. Терпение, терпение. Кажется, я слышу шорох ускользающих возможностей. Так в чем же дело? Походу, сейчас рванут в Лондон. Лондон? Ждет, пока его освободят. Забудь про Кроули. Ну что бы сказал отец? Кроули? Ты можешь, блин, продолжить. Вспомнил сериал «Сверхъестественное». Освободить потомков от города под властью тамплиеров. А вот и поезд. Знаешь, Джейкоб Фрай, может, ты и прав. Сделаем это. Еще бы. Да. Я Давай. Только за и с радостью. В Лондон. Вот так наши близнецы отправились в Лондон. Ubisoft представляет. Assassin's Creed Syndicate. Шикарное начало. Знаю, знаю. Ты только входишь во вкус от этого творения Абстерго. Ага. Но мне нужно связаться с Шоном и Ребеккой. Вряд ли стоит нападать на тамплиера. Так, в настоящее время. Оп, шухер. Хозяин вернулся. Доктор Или грамматика. Хозяйка. Ну же, Изабель, какой сюрприз. Наши друзья скоро придут сюда искать артефакт. Когда выясним, где он, дам вам знать. Отлично. Рад был видеть. Кретин. Из-за таких, как вы, у нас, историков, дурная слава. Боюсь, сегодня у меня нет на вас времени, мистер Гастингс. Спасибо. Вы упростили мне задачу. Твою мать. Сколько тут народу, да, собралось. Пошло. Мистер Берг, агент Акоста, прошу, разберитесь. Пошли. Ну, только подумал, дрон что-нибудь умеет делать? Умеет. Или это не дрон сделал? Ну, нормально. Им
Нужно было только немного подождать. Чуть не сорвали нам всю операцию. Тебя синхронизируют с Джейкобом и Иви. Найди что-нибудь, что поможет нам взять реванш. И поспеши. На кону человеческие жизни. Удачи. Как всегда. Спешим, бежим, бежим, спешим. Здравствуй, Лондон. 19 век. Я никогда не видел такой толпы людей. Бурлящий Лондон. Все, как описывал отец. Так, найдем Генри Грина и спланируем атаку на тамплиеров. Что за мистер Грин? Лондонский ассасин. Ты что, не слышал первые три раза? Не слышал что? Эй, ты чего? Угу. Местный карманник. Эй, а ну вернись, гнусный воришка! Стой! Так, что, бегать за парником искать? Галнер вон убежать. Какой шустрый малой, а? Тихо. Галн дёру дал. Можем его сократить или нет? Ладно, уж бандит недомерок. Опа. Живи! Так, так. Ну, здравствуй. Красные горшочки. Че ты сказал? Сказал гана, блин. Вот так, поход. Очнется, мы сейчас этого добьем. А, спать ждать хотел нас, да? Ну, обломись. Тебе достанется. Ну, ты другое дело. Так, малой, куда-то убежал. Отлично. Что еще нам предложит Лондон? Чуть-чуть. Малого искать. О, Иви. А че, малой все, убежал? Ну уж нет. Так, ну вперед, да? На догоняшки поиграем. Ну, Иви. Ну, девчонка-то шустрая. Попробуем, попробуем догнать, обогнать и перегнать. Ну-ка, Иви, падайся. Глотая пыль. Так, нам наверх. О, какой тут трамплин-то шикарный. Ну, почти. Джейкоб, залазь, карабкайся, цепляйся за чего-нибудь там. Молодец, а Иви там. Ах ты! С другой стороны, что забралась на меня? Ну ладно, ничья. О, что же индус? Ассасин индус? А, да-да-да-да, того самого. Блин, чем-то похож на этого, на лицо. Связались с него, да? Блин, какой он там вид-то? Генри Грин. Хорошо, что не его Грин. Шикарный, шикарный Лондон тех времен. Молодцы разработчики, постарались. Освободим Лондон. Ради будущего всех тех, кто здесь живет. Ну, освобождать будет нам нелегко его. Да. Слава Богу. К сожалению, у меня плохие новости. Какие? Сейчас Старик, глава самой могущественной организации тамплиеров во всем западном мире. Все сословия, все районы, банды, производство. Ну, понятно, глава синдиката. Будем уничтожать его изнутри. Сам у пешек и по саму верх. Как и в призраках. Эта банда объединит всех обиженных и обездоленных. Это наш шанс, Иви. Мы соберем себе армию. О-хо-хо-хо-хо. Они как в трактире. Они как птицы из окна вылетали. А, Шулерата, те еще птицы. А, придумал. Мы будем называться... Банда и Лондона. Ну и идеи у тебя. Есть план лучше? Найти частицу Эдема. Ну что ж, я покажу вам Лондон. Ну, хорошо. Показывай. Достопримечательности. Так.
А, тут вышки, да, тоже. Хотя, как это тоже, не везде. Куда ж ассасин без вышек? Без таких высоких вышек. Так, 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 еще немножко. Молодец. Тихо, тихо. Синхронизация. Посмотрите, во что старик превратил город. Преступление на каждом шагу. Угу. Запрещенный детский труд. Заметил уже. Бандиты из висельников захватили улицы. И за всем этим стоят тамплиеры. Впрочем, как и везде. Мы должны вернуть город тем людям, которые его построили. Мы отобьем Лондон у старика. Я обещаю. Грачи помогут. Мисс Фрай, ваш пыл вдохновляет. Идем. Вернемся ко мне в лавку, я введу вас в курс дела. Так, ну ладно. Первый пошел. Вторая пошла, нет? Ждешь нас? Лети! Я свободен! Иви! Красиво летит. Шмяк. Смяк, посадка тебя. Меня ищет Кейлок. Кто это? Главарь одной из банд старика. Что ему надо? Результаты моих тайных исследований одного из артефактов предтечи. Птички поют. Расскажи мне про этих висельников. Старик собрал армию из отпетых негодяев со всего города. Некоторые банды пытались сопротивляться, но их просто перебили. Остались ловкачи из Уайтчепела, но до висельников им далеко. Так поможем этим ловкачам, да? Это как раз то, что нам надо. Ты, должно быть, шутишь. Иви, они злы и готовы драться с висельниками. Это наш шанс. Держись, Лондон. Грачи идут. Дамочка, подвиньтесь. Рванули бежать, блин. Грачи летят. Малого не заметил, чуть не шип. Треклятый город. Никто не смотрит по сторонам. Да, я тоже заметил. Чертов друт. Так я его не закончу. Лишь Богу известно, где теперь все эти страницы. Что ж, напишу все заново. Захотите послушать историю другую? Ищите меня там, где кипят страсти и подают теплый эль. Удачи! Он какой-то чудной. Это Чарльз Диккенс, мистер Фрай. Он знает в этом городе всех и каждого. На вашем месте я бы постарался не терять его из виду. Будет наш информатор. Так, нас уже тут Кейлока. Надо как-то засекли. Не проблема. Вот. Стрелять умеете? Огнестрел. Мой экипаж рядом. Так вы сможете сбросить хвост. Увидимся в моей лавке. Походу, мы сейчас прокатимся. Ну да. Так, управление. Ну, попробуем. Вот, хорошо. Нужно увести их от Грина. Так, так. Ты что там делаешь? А, вот все. Лошадка поскакала. А таран. Офигеть. С дороги. Да получаем. И сюда пойдем. Да, мадам. Разносим все в щепки. Людей тоже под замес. А с коробочку зажимает. Получай. Направо, налево. Таран. Таран. Тебя тоже. Не-не, лошадка. Губку береги. Ну, догоняй. Выстоял, что ли? Такой таран.
Ой, наши коры там уже живые. Вернемся к мистеру Грину. Есть. Как ты упрям. Повреждение. В дороге. Это типа нитро, да? Так, винтов поскакал. Ну, ладненько. Сейчас развернемся тут. Немножко ДТП. Надеюсь, Грин вернулся без приключений. Ну, здесь можно просто... Я лошади. А что мы будем делать, если нашего... А тормоза есть? По встречке. Так, светофора тут нету, можно гнать. Без тормозов, тут ползок-то. Так, здесь подружка у нас, да? Блин, на лошадке там. А, лошадка. Одна штучка. Подрежем. Ну что, протиснемся. Дрифуем. Ух ты. Подрифовал. Так, и мы на месте. Тормози. Ну, выходи. Ну ты как, в порядке? Так, ладно. Что же эти трущобы? Нам попасть внутрь надо, да? Подъемник. А, вот. Уйти удалось? Это еще мягко сказано. Кто они такие? С годами мне удалось установить полезные связи по всему городу. Прекрасно. Тогда мы объединимся. Объединимся? Мы захватим банды Старика и ослабим его. Ты мелко мыслишь. У него под контролем все сферы общества. Нужно сравняться с ним. Джейкоб так и хочет банду создать. Ты это серьезно? Банда Грачи? Кажется, у меня тоже появилась... Банды Лондона. Чтобы банды Нью-Йорка отдыхали. Глаза на наши дела. Там у меня есть союзник, сержант Аберлайн. Говорят, он мастер перевоплощения. Далее. Дети. Дети? Беспризорники. Они просто отличные шпионы. Ну, это точно. Да, она очень умна. И еще. Постарайтесь не забыть. Старик не работает один. Все районы в руках его людей. Вы их увидите, я уверен. Рексфорд Кейлок. Известен тем, что может исчезнуть у вас на глазах. Нужно, чтобы он исчез навсегда? Полагаю. Секунду. Тамплиер, он будет вам интересен. Осторожнее. Будет сложно. Будет непросто. С парой бандитов я слажу. Блин, надо отключить, субтитры отвлекают. Так, туда, где трава зеленеет. Испытания. Доберитесь раньше Иви. Выполню, значит, я. Продолжить. Так, карта Лондона. Территории. И разберемся. Офигеть, а приблизить можно? Можно. Ну да. Нехилая такая карта, блин. Это только один райончик. Нормально, нормально. Можно попасть по речке? Так, что у нас тут? Есть. А тут у нас кто? Так, там запретная зона. Что поймать? Беспризорника. Так, тоже надо ликвидировать их. И все. И каков план, о великий стратег? Ну, это ты фонтанируешь идеями. Банды, драки, да? Лошадку угнали. Ну, как скажешь. Верните. Ой, товарищ полицейский тут ходит. Так, смена персонажа. Можно даже в любой момент переключаться на Иви, что ли? Так, нажмите на чё, чтобы открыть главное меню, а затем... Ага, между Иви и Джейкобом. Прикольно, кстати. Потому что я бы лучше играл за Иви. Так, это ты наш транспорт? Ну, будет наш.
райончик явно не из лютных. Как можно стрелять? Ага, спрячь пушку. Тут уже глазастые объявились. Красные горшочки. Ты еще девушка, что ли? Отвали. Сейчас я переключусь. Так, журнал прогресса. Чего мы там? Заговор тамплиеров, захват территории. Гость. Так, снаряжение. Кастет, офигеть. Огнестрельное оружие. Да, можно пушки покупать. Но пока делать ничего не будем. Так, пояса. Что нам дают пояса? Защита. И скрытность. Можно закупить? Нет, не хватает, да? Так, у нас 4000 есть, почему не можем купить? А, изготовить. Все надо изготовить. Уровень второй. Ясненько. А что у нас из оружия есть? Топорики, томагавки всякие. Шикарные курки. А мачете есть? Шикарные кастеты. Вообще шикарные. Ну ладно, со временем все будем покупать. О, костюм аж есть. Так, а Джейкоб покрутить нельзя, да? Ну, жаль. Ху-ху. Эксклюзивная награда Ubisoft. Ну ладно, хоть посмотрим так. Шикарно. Так, награда за задание. За задание. Ясненько. Что же цвета? Можно даже перекрасить его, блин. Короче, кастомизация тут нормальная такая. Так, навыки. У нас 4 очка умения есть. Можно купить здоровье. Нормально, да? Купите здоровье. Было бы так в реальной жизни. Так, тайфун нам не нужен. Каратель тоже я хотел же этот. Взлом. И грабеж. Давайте взлом. И грабеж сразу. Думаю, нам все пригодится. И одно очко у нас остается. Мы получили новый уровень. Второй. Ну, как раз для оружия пойдет. Так, тут у нас орлиное зрение и мародер. Ну ладно, пускай орлиное зрение будет. Так, ну это все понятно. А где там? А, вот да. Генри. Где там Иви же была? Куда она делась? Районы, сторонники, карта мира. Ладно, может из-за девицы, иди сюда. Пойдем. Укромное местечко. Ты бежишь за мной? Местная красавица. Сейчас позовем сестренку. Это что тут? Ух ты. Писающий мальчик, да? Так, все, она отстала. Может, сейчас получится так журнал. Мировой процесс. Это не то. Так, давайте сразу отключим тогда. Где эти субтитры-то? Кровь включена. Надо. Настройки интерфейса. Звук, да, вроде? Ну да. Где еще это быть-то? Это можно ее забраться? Конечно, можно. С крыши обзор хороший будет. На местные пейзажи.
все дымится. Печь тупится. Ну, шикарно. Ладно, друзья, давайте здесь-то остановимся. А продолжим с вами в следующей серии. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на наш канал ProGames, ставьте лайки, комментируйте. И всем удачи, и всем пока.